и море по колено. Несмотря на рост числа пациентов с COVID-19, некоторые граждане по-прежнему безответственно относятся к введенным властями защитным мерам. Многие накануне воспользовались хорошей погодой и ринулись на прогулки в парке. Нас отрас там газ. Двоих парней мы застали за распитием пива на улице. Они заявили, что ничего не слышали о новом коронавирусе и о том, какую опасность он представляет. И даже патрулирующие город карабинеры солдат с трудом убедили их покинуть зону отдыха. Ну понятно, мне вчера объясняли. Я извиняюсь, уважаемый. Мы патрулируем эту улицу, маршрут протяженный, и мы не успеваем, людей очень много. Пытаемся объяснить каждому, что соблюдение правил может предупредить распространение COVID-19, а за нарушение мер профилактики предусмотрено наказание. Посещение общественных мест, в том числе парков, спортивных и детских площадок и лесов, запрещено с 25 марта. До сих пор на 10 000 лев штрафовали граждан, которые собирались большими компаниями.